бежал с той стороны. Дорога вообще свободна была. Он выбежал на дорогу? Конечно. Водитель автобуса и не подозревал, что его смена закончится вот так. Говорит, пятилетнего парнишку, который выскочил на зебре, он просто не заметил. От столкновения ребенок получил серьезную травму головы и перелом ноги. Малыша увезли в реанимацию. 16 часов 40 минут по улице Пятилетки двигался автобус МАЗ под управлением водителя 63-го года рождения, который на улице Пятилетки у дома номер 80 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на мальчика 5 лет. Мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу, не убедившись в своей безопасности. Эта авария произошла прямо на глазах нашей коллеги Елены Сухановой. Было очень страшно, меня просто затрясло все. Покатились просто слезы, все вышли, стали кто помогать, кто курточкой накрыл, кто вызывал скорую. И вот эти, наверное, были самые долгие секунды, минуты, пока не приехала скорая. Будем надеяться, что ребенок все-таки выздоровеет, что все будет хорошо. По словам Елены и других очевидцев, ребенок и его брат гуляли без присмотра. Родители подошли уже, когда ничего нельзя было изменить. Теперь им грозит штраф до 3000 рублей. Данная семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. Проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В ГИБДД виновником аварии признали водителя автобуса, ведь он сбил человека на пешеходном переходе. Свидетелей просят позвонить по телефону, указанному на экране. По словам врачей, мальчишка жить будет. Его сегодня перевели из реанимации в хирургию. Сергей Коленик, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья.